В Тюмени собрать полный зал может не только нашумевший блокбастер, но и рассказ о не самых кассовых фильмах. Зрителям интересны не только трюки и спецэффекты, но и художественные и сценарные приемы, которые смогли изменить этот вид искусства навсегда. Я когда первый раз пришел сюда, сильно удивился, что очень много людей. Это хорошо, на мой взгляд, потому что вот такое культурное просвещение, оно необходимо просто. Знать про само кино, как оно зародилось, что раньше было, а не только смотреть, что сейчас, какие фильмы выходят. Это тоже очень важно. Чтобы заинтересовать несколько сотен людей, также важна и личность самого лектора. Курс «История кино» ведет выпускница в ГИКа, профессор университета Гутенберга в Майнце Оксана Булгакова, которая со следующего учебного года станет одним из преподавателей новой магистерской программы в школе перспективных исследований ТЮНГУ. Поэтому и неудивительно, что среди слушателей есть студенты, преподаватели и просто неравнодушные тюменцы. Я пытаюсь в этой истории кино выделить несколько моментов для того, чтобы показать, какие области до сих пор еще имеют значение не в смысле старых художественных форм, которые изобрело кино, но в смысле возможностей, которые предоставляют новые медиа. И это связано с тем, насколько, допустим, новые технологические и технические открытия могут быть осмыслены как вещи эстетические или вещи, которые приносят удовольствие. Звуковая революция, нуар, импрессионизм и феномен авторского кино – это лишь малая часть того, с чем успеют познакомиться слушатели курса. Скажем так, кино я люблю, но ничего об истории кино не знаю, поэтому, когда я увидела, что такой будет курс лекций, тем более бесплатно и в удобное время, я решила посетить. Очень понятный рассказ, то есть я вообще не разбираюсь ни в какой теории, все понимала. Взглянуть на кино с новой, неизвестной стороны можно по понедельникам и четвергам с 19 часов в школе перспективных исследований ТЮНГУ. Лекции открыты для всех желающих и продлятся до 31 мая. Дмитрий Обухов, Яков Смирнов, Евразион ТВ.